Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую кофточку реглан. По этому примеру вы можете рассчитать кофточку на любой возраст. Эту именно кофточку я вязала на мальчика от 9 до 12 месяцев. Если вы свяжете по данному примеру, можете немножечко продлить, так сказать, высоту кофточки и рукавчики, получится кофточка на ребенка до 2 лет. Также, если хотите, можете связать на любой возраст. Я буду по ходу, так сказать, вязания вам рассказывать, как можно высчитать и как правильно высчитать на регланчик нужное количество петелечек. У меня на данную кофточку ушло 1,5 моточка. Вы хотите, можете вязать однотонную, хотите, можете вязать полосатенькую. Я вязала со жгутиками на рукавчиках. Вы можете вязать просто лицевой гладью, либо узором любым другим, рисом и так далее. В общем, на свое усмотрение и по своему желанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла Alize Lana Gold Batik. Как вы видите, это меланжевая пряжа. Я, не обращайте внимания, что у меня моточек, так сказать. Я просто хотела посмотреть, какие цвета, из какого в какой цвет переходит меланж. Также я взяла для основного вязания спицы номер 3,5. Для удобства взяла еще 3,5, то есть такого же диаметра спицы чулочные, для того, чтобы мне потом было удобно вывязывать рукава. И, в общем, различные, так сказать, дополнительные детали. Также крючок для заправки кончиков и, опять же, для дополнительных, так сказать, действий, где-то для набора петель, возможно, вам понадобится. И ножнички для обрезания кончиков. Как вы видите, я уже провязала небольшой для себя образец, где определила плотность своего вязания. У меня в одном сантиметре 2,3 петли. И по рядам, так сказать, в одном сантиметре 3 ряда полных. Итак, в общем, вы определяетесь, чем вы будете вязать, а мы начинаем делать вычисления. Делать расчеты мы будем следующим образом. Я отталкиваюсь от плотности своего вязания. Я вам уже говорила, что у меня в одном сантиметре 2,3 петельки. Шея у меня, окружность шеи на кофточку, которую я буду вязать, 24,5. И теперь, исходя, так сказать, из вот этих данных про петельки, про плотность и про окружность шеи, мы распределяем наши петли. То есть, смотрите, я буду вязать, еще раз повторюсь, регланным способом. Поэтому мы, так сказать, наше вязание распределяем следующим образом. Мы берем окружность шеи, умножаем на сантиметры, то есть на количество петель в одном сантиметре. У меня, я умножила 24,5 на 2,3 петельки, получилось 56,35. Сотые я сразу убираю, то есть они мне не нужны. Я буду использовать целое количество петелек, то есть у меня их 56. Плюс к этим 56 нам нужно прибавить еще одну планку, то есть так как у нас планка налаживается друг на дружку, я взяла планочку 6 петелечек, то я беру еще 6 с другой стороны. То есть к этим 56 я добавляю еще 6 петель. Это наша планочка. Теперь еще к этим 56, так сказать, и 6 петелькам нам нужно добавить 2 кромочные. Вот она с одной стороны у нас кромочная идет. И с другой стороны. Теперь получается 56,6 это 62 петли. И плюс 2 кромочные мы должны набрать 64 петельки. То есть в начале вязания мы набираем 64 петли. Их делим следующим образом. Смотрите. 2 кромочные, как я вам уже говорила. Плюс по 6 петелек на планке. То есть одна планка, которая налаживается на вторую. Теперь перед и спинка у нас должны совпадать по количеству петель. Поэтому я взяла на перед одной стороны 8 петель и на другой 8. 8 и 8 это 16 петель. И плюс планка, которая налаживается друг на дружку, 6 петель. То есть мы как бы набираем плюс еще 6, но считаем 6 петель. То есть получается
16,6 это 22 петли. Как вы видите, у нас перед 22 петли. То есть, вот как я здесь уже обозначила, 6,6 это планка, передняя часть 1, передняя часть 2. То есть 22, если мы сложим 2 передние части, спинка у нас точно так же 22 петли. То есть, как вы видите, соответствие переда и спин. Теперь я всегда беру на рукавчик 2 петли, то есть с одной стороны и с другой стороны. Поэтому уже мы, получается, забрали перед и спинка 44 петли плюс 6 планки нашей. Это получается 50 петель. И плюс 4 мы уже забрали по 2 на каждый рукав. Теперь еще нам нужно взять на регланные линии. Как вы видите, я их отметила. Одна линия, вторая, третья и четвертая. Реглан я также всегда использую по 2 петелечки. То есть на линии на нашей по 2 петелечки. То есть получается 1 раз 2, 2 раз 2 петли, 3 и 4. То есть на 4 линии мы используем 8 петель. То есть наши получается 54 уже занятых. Нужно добавить 8 регланных петель. 54 плюс 8 это 62 петельки. И как я вам уже говорила, по одной кромочной. То есть это 64 петельки. Мы проверили, наши 64 петельки полностью совпадают с нашими, так сказать, расчетами. Вот я немножечко распределила. И опять же, когда будете делать вот такие расчеты для себя, отметьте, что вот эти у вас между регланными линиями одними, вот так я вам отмечу их, вторыми, это рукав. То есть вот он у вас рукав. Между регланными линиями в начале у нас 2 петли. Это с одной стороны. Далее спинка у нас должна совпадать с передней частью по количеству петель. Плюс планка, вторая часть, то есть с общей шириной, так сказать, переда, должна совпасть по количеству только одна планка. Вторую планку вы просто дописываете по количеству петель первой, как вы распределили. Но обычно это 5-6 петелек. Плюс 2 кромочные обязательно, которые у вас будут провязываться, так сказать, по краю одной части и второй передней части. Теперь одна линия здесь, вторая линия здесь, регланная. Между ними 2 петли рукава. В общем, я думаю, что здесь вам все понятно должно быть. Единственное, что при этих расчетах еще напишите нужную длину, так сказать, вашего рукавчика. То есть, какой вы будете рукавчик длины вязать. У меня длина рукавчика внутренняя, то есть, когда от подмышки до конца рукава измеряется, это 19 сантиметров. Если вы будете делать с отворотом, то, соответственно, прибавляете еще 4 где-то сантиметра на отворот. То есть, 3 сантиметра отворот плюс сантиметр на сам непосредственно отворот. То есть, к этому... к внутреннему, так сказать, внутренней длине рукава, если с отворотом, плюс 4 сантиметра. И, конечно же, обхват груди. То есть у меня обхват груди на мой, так сказать, обхват шеи, возраст 51 сантиметр. Поэтому расширять я реглан буду до тех пор, пока у меня с передней части и с задней в общей сумме не получится 51 сантиметр. Вы уже делаете свои расчеты, на какой вам нужен возраст. Если это у вас, так сказать, меньше, чем на годик, то, соответственно, обхват шеи у вас будет где-то 23,5-24 сантиметра, и обхват груди у вас будет 48-50 сантиметров. Вот, соответственно, длина внешнего рукава будет меньше внутреннего рукава и... Как бы, если будете делать отворотик, все равно на отворотик оставляете 3-4 сантиметра. То есть, если у вас будет рукавчик с отворотиком, 3-4 сантиметра. Все это учитываете, рассчитываете, и мы начинаем вязать. Начинаем с набора петель. Их мне нужно набрать 64. Вы набираете, сколько нужно вам, но если вы вяжете такую же, как я по размеру, то набираем 64. Оставляем ниточку коротенькую ближе к себе и на одну спицу набираем начальные 2 петельки. Теперь приставляем вторую
и набираем далее. Это мы так набрали начало на одну спицу для того, чтобы не был растянутый край. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 62, 63 и 64. Все, набрали все петельки. Теперь находим нашу свободную спицу, то есть на которой не набраны две начальные петельки, и вытаскиваем ее. Теперь начинаем вязание. Мы начинаем, так сказать, шею провязывать с резинки 1 на 1. Поэтому первую снимаем, вторую провязываем лицевой. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так провязываем до конца ряда, чередуя изнаночная и лицевая. Довязали до конца ряда, кромочная, изнаночная. И всегда в каждом конце ряда будет кромочная, изнаночная. Итак, разворачиваем и провязываем. Снимаем первую, затем вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая, пятая изнаночная. И так провязываем, так сказать, до конца ряда. Но смотрите, располагаете лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Если хотите, можете посмотреть именно в специально отведенном видеоуроке о резинке 1 на 1. Но я думаю, здесь все должно быть понятно. Просто провязываете петлю над петлей, то есть лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Еще раз повторюсь, кромочная, изнаночная в конце ряда, первая снимается не провязанной. Довязали до конца ряда, кромочная, изнаночная. Теперь третий ряд, кромочную снимаем не провязанной и продолжаем провязывать лицевую над лицевой, изнаночную над изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Кромочную не забываем, провязываем изнаночной. Довязали до конца ряда, и как вы видите, у нас сейчас по счету идет четвертый ряд. То есть мы третий довязали до конца. И в четвертом ряду я вам предлагаю сделать петельки. Так как у меня кофточка для мальчика, петельки у меня располагаются, так сказать, с левой стороны. То есть на правую планочку ложится левая, на которой будут дырочки. На правой у нас будут пуговички пришиты. Теперь смотрите. У нас при наборе, так сказать, если вы посмотрите на лицевой набор, на первый ряд, у нас вот такие рубчики. Я, например, не очень люблю, когда эти рубчики, так сказать, с лицевой стороны, поэтому я их оставлю на изнаночной стороне. А лицевая сторона у меня будет вот эта красивая косичка. То есть, так как мы набирали классическим обычным способом набор петель, то у нас вот такая вот косичка с лицевой стороны. И мне это даже удобно тем, что у меня с левой стороны будут располагаться петельки. Значит, вот здесь вот красивый будет, так сказать, аккуратный край планки. Если же у вас кофточка на девочку, то вам нужно делать с правой стороны. Поэтому вам даже удобно, так сказать, вот эту сторону использовать, изнаночную. Ну, как бы по факту лицевой, но для меня это будет сейчас изнаночная. То вам будет тоже удобно ее использовать для, так сказать, края планочки. Вот она у вас будет аккуратненько, поэтому где-то здесь будете располагать свои петельки. Петельки мы должны с вами расположить на 6 петлях планки и одной кромочной. То есть в районе 7 первых петелек посерединке нам нужно расположить наши, так сказать, петелечки на планке. Ровно на другой стороне, ровно точно так же вы будете пришивать пуговички. То есть на уровне, так сказать, ряда с петелькой, уровень ряда с пуговичками. Поэтому пуговички мы будем, точнее петелечки мы будем делать для пуговичков очень легким способом. Смотрите, кромочную снимаем. Затем у нас идет лицевая и изнаночная. Их провязываем, лицевая и изнаночная. Далее у нас идет лицевая и изнаночная. Мы делаем накид, а лицевую с изнаночной меняем местами. То есть лицевую сначала одеваем, а изнаночную перед ней. И вместе провязываем одной изнаночной. То есть получается у нас уже
провязано 5 петелек. Первая кромочная, далее лицевая, изнаночная, накид, который заменяет нам петельку. Теперь мы 2 вместе провязали изнаночной, это уже 5, и довязываем 6 лицевую, 7 изнаночную, все по рисунку. То есть смотрите, из-за того, что мы с вами сделали вместе изнаночные 2 петли, накид у нас заменил, так сказать, одну петельку. Вот у нас и будут эти 7 петелек, 6 планки и последняя кромочная, или первая в данном случае. Вот это у нас будет планка, которая будет неизменно провязываться резинкой 1 на 1. То есть как она есть. Кромочную снимаем, лицевая будет лицевой, изнаночная изнаночной. Далее накид мы провяжем лицевой, далее изнаночная, лицевая изнаночная. Эти 7 петелек у нас будут, так сказать, лицевой стороны по косичке неизменны. Далее продолжаем провязывать, пока продолжаем набирать высоту резинки, поэтому мы еще провяжем несколько рядочков, так сказать, резинка 1 на 1. Продолжаем провязывать резинку изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. То есть мы вначале сформировали с вами петелечку, я сейчас вам покажу с изнаночной стороны, как мы их провяжем. А с лицевой стороны довязываем ряд резинки 1 на 1. Довязав ряд до конца, разворачиваем на изнаночную сторону и продолжаем провязывать резинкой 1 на 1 до момента, где у нас здесь вот получается с этой стороны лицевая, провязанные 2 вместе с той стороны изнаночной, и накид. То есть до того момента вяжем без изменения резинку 1 на 1, лицевые над лицевыми, изнаночные петли над изнаночными. Вот дошли до момента, где у нас вот перед двойной, так сказать, петелечкой изнаночная. Там, где у нас 2 вместе провязанные лицевой, с этой стороны так и провязываем лицевой. Затем накид провязываем изнаночной. И довязываем ряд лицевая, изнаночная. И кромочную провязываем, как всегда, изнаночной. Смотрите, у нас получилась петелечка. То есть вот она с лицевой стороны, выглядит довольно-таки красиво, аккуратненько. Никаких, так сказать, лишних здесь нет торчащих петелек. Все очень красиво, благодаря тому, что мы с вами поменяли лицевую с изнаночной местами. Если же мы провязали бы вместе лицевой, или наоборот лицевая изнаночная, то у нас сбился бы рисунок красивой резинки 1 на 1. А так у нас идет красивое продолжение, обрывается лицевой узор, так сказать, лицевой косички. И сейчас будет продолжаться. То есть развернули на эту сторону лицевую, кромочную снимаем и снова этот ряд провяжем резинкой. Как вы видите, узор не прервался. То есть где у нас лицевые, там лицевые, где изнаночные, там провязываем изнаночные. Все довольно-таки красиво выглядит и очень аккуратно. То есть довязываем ряд резинки до конца. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. У тех, у кого с правой стороны располагаются петельки, повторяем все то же самое. Довязали ряд резинки до конца. Если вам этой резинки достаточно, то мы с вами продолжаем. Если же нет, то еще довяжите высоту резиночки туда, так сказать, в одну сторону, лицевой, изнаночной и обратно. Думаю, будет вам достаточно. Но мне, в принципе, где-то здесь 2,5 сантиметра, мне их более чем достаточно для детской кофточки резинки. Поэтому я сейчас провяжу этот ряд, так сказать, иначе немножечко, чем резинкой. А провяжем мы вот каким образом. Смотрите, у нас первая кромочная. Мы ее снимаем. Затем идут 6 петелечек планки, то есть 7 у нас кромочная. Смотрите, кромочную сняли. Теперь 6 петелек вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Еще раз лицевая, изнаночная. То есть мы провязали 7 первых петелек. Теперь у нас это, так как это изнаночная сторона, вот как я вам говорила, у меня это рубчики. Мы провяжем до конечных, так сказать, 7 петелек, то есть кромочной последней и 6 планочных, так сказать, планки петелек, мы до вот этих последних 7 будем вязать изнаночными петлями, средние петельки.
Обратите внимание, мы вяжем сейчас с изнаночной стороны, то есть с изнаночной стороны провязываем изнаночными петлями. Лицевые мы провязываем изнаночными за заднюю стеночку, а изнаночные изнаночными за переднюю. То есть вот смотрите, у нас лицевая повернута, так сказать, красиво лежащей косичкой, мы ее разворачиваем и провязываем, получается, за заднюю стенку изнаночной. Изнаночная обычная, лицевую провязываем изнаночной за заднюю стенку. Как бы разворачиваем ее, чтобы она у нас с лицевой стороны легла красивой косичкой. И так довязываем до последних 7 петелек. Мы провязали средний изнаночный, то есть провязали кромочную, сняли, планку провязали резинкой 1 на 1, далее все изнаночные и остались последние 7 петелек. 7 петелек мы с вами довяжем по рисунку, то есть узором резинки 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная провязываем изнаночной. То есть мы как бы этим изнаночным рядом подготовили к распределению петель на лицевой стороне для, так сказать, начала провязывания реглана. Значит, достаем свою табличку, которую мы с вами, так сказать, нарисовали. Я надеюсь, что вы тоже нарисовали для себя, либо если делаете по моим, так сказать, расчетам, то вот как раз мы сейчас будем распределять. То есть мы сначала сделаем нашу кромочную, то есть как бы снимем непровязанные. Ну, я буду говорить сделаем, почему? Потому что мы будем проделывать этапы. То есть смотрите, у меня будет кофточка состоять в основном из лицевой глади, но на рукавах я буду делать жгутики, поэтому я как бы постепенно добавляю на рукава, буду потом вывязывать жгутики. А все остальные у меня будут просто лицевые петли, помимо регланных. То есть смотрите, кромочную снимаем, далее у нас идут 6 петелечек планки. Планку мы будем всегда провязывать резинкой 1 на 1, постепенно через сантиметра 3, там может быть 4, 3,5 добавлять петельки. Как вы решите, так и будем делать. В общем, я буду для себя, так сказать, постепенно определять, где у меня будут петельки. Вы у себя, но желательно распределяйте их на одинаковом количестве, то есть на равном количестве рядов. Хотите, можете считать ряды, либо просто отсчитывать по лицевой, так сказать, косичке количество вот этих вот провязанных лицевых петелек. Итак, в общем, провязываем 6 петелек планки резинки 1 на 1, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Далее мы провязали планку. У нас идут 8 петелек. 8 петелек я буду провязывать лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь мы провязали 8, так сказать, петелечек переда после планки. Первую часть, так скажем. Теперь у нас идет регланная линия, 2 петли. Вот мы всегда на лицевой стороне перед регланной линией будем делать накид. Теперь провязываем 2 петелечки реглана и после нее точно так же делать накид. То есть реглан, 2 линии, у нас будут 2 петелечки. Всегда отделяться накид с одной стороны, 2 петелечки, накид с другой стороны. Теперь у нас идут 2 петли, так сказать, рукавчика. Мы провязываем 1 петля, 2, тоже лицевой пока. Затем снова идет регланная линия, 2 петли. Мы снова делаем накид, провязываем 2 петли и делаем накид, то есть как бы отделяем регланные линии. У нас идет спинка 22 петли. 22 петли провязываем лицевой. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 21 и 22. Провязали спинку. Теперь снова регланная линия в 2 петли. Снова делаем накид. 2 лицевые провязываем регланную линию. И снова накид, то есть отделяем. И тут 2 петельки рукавчика, 2 лицевые.
И снова регланная линия. Значит, накид, две лицевые, накид. То есть как бы отделяем накидом регланную линию. Теперь 8 петелек части 2 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь 6 петелечек планки. Не забываем, что планка у нас вяжется по рисунку резинки 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и шестая изнаночная. И последняя кромочная. Она у нас идет изнаночная. Мы распределили с вами петельки. Теперь провязываем изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы провязываем в точности да наоборот. Кромочную снимаем. У нас идет 6 петелек планочки. Мы так и провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Провязали планку, затем у нас идет 8 петелек, так сказать, переда. 1, провязываем изнаночной. Первая изнаночная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Теперь у нас идет накид, так сказать, с части регланной линии. Вот они у нас накид, 2 изнаночные с этой стороны и снова накид. Накид мы провязываем изнаночной перекрещенной. Провязываем 2 изнаночные и вторую. Вот это вот получается второй накид с регланной линии снова перекрещенным. Вот так вот. Смотрите, как это перекрещенным. Вот у вас накид был. Вы его перекрещиваете так, чтобы провязать изнаночную и не было дырочки. Теперь у нас идут 2 изнаночные рукава. Мы их провязываем 2 изнаночные. И снова идет регланная линия вторая. Мы перекрученную провязываем накид изнаночной, далее 2 изнаночные регланной линии и второй накид перекрученной провязываем изнаночной. Теперь у нас 22 петелечки спинки. Мы их так и провяжем изнаночной 22 петли. 3, 4, 5, 6, 21 и 22. Теперь снова дошли до нашей регланной линии. У нас накид провязываем перекрещенной изнаночной, 2 изнаночные и снова накид перекрещенной изнаночной. Теперь у нас идут 2 петелечки рукавчика, так и провязываем их 2 изнаночные и снова регланная линия. Перекрещенный накид делаем изнаночной, 2 изнаночные и снова перекрещенный провязываем накид изнаночной петелькой. И у нас осталось 8 петелек, так сказать, второй части переда и 6 петелек планки. То есть 8 петелек провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 6 петелек планки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Кромочная остается, ее провязываем изнаночной. Провязали второй ряд. И весь последующий, так сказать, все последующее вязание, изнаночный ряд мы провязываем точно так же, как и сейчас. То есть провязываем петельки переда. У нас будет постепенно в каждом лицевом ряду увеличиваться на одну петельку. То есть в этом ряду у нас было 8 петелек, с изнаночной стороны 8. И постепенно у нас будет, так сказать, в третьем сейчас добавится с помощью накида 1 петля, то есть 9 петель, на изнаночной 9 петель. Затем 10 петель, то есть будет добавляться постепенно с регланной линии 1 петля. Накид – это добавочная петля. Точно так же и в рукаве. В рукаве у нас будет добавляться к этим двум петлям. У нас добавилось 2 петли, то есть уже 4. В следующем ряду у нас прибавится еще 2, то есть будет уже 6. Далее еще 2 – 8. С каждой стороны реглана добавляется по петельке. С этой стороны реглана по одной, только с одной стороны. Дальше со спинки то же самое. С одной стороны прибавление и с другой стороны. С рукава с одной стороны и с другой стороны. А вот со второй части переда тоже только с одной стороны. Но получается, если мы возьмем
часть переда правую к нам, то будет прибавляться с правой. А если возьмем левую часть переда, то с левой стороны. Итак, вы постепенно поймете, мы продолжаем вязать от регланной, так скажем, от начала реглана третий ряд сейчас. Кромочную снимаем. Далее у нас идут неизменные 6 петель планки резинки 1 на 1. 1, 2. Далее лицевая, изнаночная 3, 4. Лицевая, изнаночная 5, 6. Они у нас неизменны. Теперь у нас идут 8 петелек, так сказать, переда части, но с регланной линии в предыдущем ряду добавилась 9 петля, то есть 1 петелечка. Значит, провязываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Довязали 9 петелек, идет регланная линия. То есть отделяем накид, 2 лицевые, накид. Вот она у нас регланная линия. Теперь у нас были 2 петельки в рукаве, но добавились 2 петли с прибавления. Поэтому провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь провязываем второй реглан. Получается, провязываем накид. Точнее, делаем накид. Провязываем 2 лицевые. И после них еще раз накид. И теперь у нас спинка была 22 петли, но добавилось с каждой стороны по петелечке. То есть у нас спинка сейчас 24 петельки. То есть провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 и 24. Теперь снова у нас идет регланная линия, делаем накид, провязываем 2 лицевые и после них делаем снова накид. Дошли до рукава, 2 петельки, у нас добавилось еще 2, то есть 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. Снова регланная линия, делаем накид, 2 лицевые, накид. То есть где у вас регланная линия, делаем накид, 2 лицевые и накид. И у нас здесь осталась вторая часть переда. 8 петелечек и добавленная 1 с предыдущей, так сказать, с предыдущего ряда регланной линии. То есть 9 лицевых. Так и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И довязываем нашу планочку 6 петелек, неизменную и кромочную петлю. Лицевая. Изнаночная это 2, лицевая, изнаночная это 4, лицевая, изнаночная это 6 и кромочная, изнаночная. Мы с вами связали третий ряд. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Наши накиды мы будем провязывать снова перекрещенными изнаночными. И во всех последующих рядах также провязываем перекрещенными изнаночными. То есть провязываем по, так сказать, узору резинки 1 на 1. Регланную нашу, не регланную, а планку нашу, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее провязываем изнаночные до, так сказать, до ближайшего накида изнаночными без изменения, так как это изнаночный ряд. Дошли до накида, провязываем перекрещенным изнаночным. Далее вяжем изнаночными до следующего накида. Накид провязываем изнаночной перекрещенной. Снова провязываем изнаночными до следующего накида и провязываем перекрещенный накид изнаночной петлей. Снова изнаночные, накид перекрещенной петлей. Итак, каждый накид мы провязываем перекрещенной изнаночной. Изнаночные петли так и провязываем изнаночными. И дойдя до планки 6 последних петелек, как и первые, провязываем резинкой 1 на 1. Кромочную провязываем изнаночной. Пятый ряд наш мы начинаем снова. Кромочную снимаем, 6 петелек планки, резинка 1 на 1, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Затем у нас идет перед, то есть у нас было 8 петелек, затем прибавилась 1, 9 петелек. Сейчас у нас будет уже 10 петелек, то есть провязываем 10 лицевых, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем регланная линия. Делаем накид, 2 лицевые, накид. Затем у нас идет рукавчик. То есть было 4 петельки, теперь у нас их 6. Провязываем 6 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова идет регланная линия, поэтому делаем накид, 2 лицевые и накид. Затем у нас идет спинка. Провязываем спинку нашу. 22 добавились, 2 было 24. Теперь у нас на спинке 26 лицевых. 1, 2, 3, 4, 25 и 26. Провязали спинку, теперь идет регланная линия. Накид, 2 лицевые, накид. Затем наши петельки рукавчика 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем снова регланная линия. Накид, 2 лицевые, накид. И довязываем наши, так сказать, лицевые, переднюю планочку, наши, получается, 10 лицевых. И резинка 1 на 1, планочку из 6 петелечек. Довязываем лицевые наши 10. Затем идет у нас планка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд мы провяжем петельками изнаночными, накиды перекрещенными изнаночными и планочка из резинки 1 на 1. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Как всегда, наши 6 петелечек. Планки неизменные. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Затем идет лицевые петельки нашей передней, так сказать, части. У нас их уже 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь идет регланная линия. Накид, 2 лицевые, накид. И идут петельки рукавчика. Их у нас 8. То есть 8 лицевых нам нужно провязать. Но с этого ряда я предлагаю вам, если вы будете делать перекрещивание такое, как и у меня, то уже с этого ряда провязывать, так сказать, перекрещивание. То есть смотрите, у нас получается из 8 нужно провязать первую изнаночной, затем 3, 6, так сказать, 3 первые и 3 вторые перехлеста, то есть 6 лицевых, и последнюю изнаночную. Но, коль у меня, так сказать, идет первая изнаночная, вот здесь вот, ну, то есть из 8, то я эту перекрещенную лицевую сделаю перекрещенной, провязанной изнаночной. То есть беру крючок и поменяю ее на изнаночной, чтобы у нас красиво и ровненько лег узорчик. То есть вот я вам говорила, для чего нам нужен крючок. То есть вы сделали регланную линию, накид 2 лицевые, накид. Теперь мы изнаночную провязываем изнаночной. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова у нас идет последняя лицевая. Я ее поменяю на провязанную, так сказать, перекрещенную изнаночную, для того, чтобы она у нас красивенько по узору была изнаночной. Можно было это высчитать, но, честно говоря, я решила это по ходу, поэтому, так сказать, буду провязывать так, как есть. Итак, ее провязываем изнаночной, и далее снова у нас идет регланная линия, поэтому делаем накид, 2 лицевые и накид. И у нас пошли петельки до следующей, так сказать, регланной линии, петельки спинки. Поэтому мы провязываем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 26, 27 и 28. Регланная линия, накид, 2 лицевые,
на кит. Теперь снова у нас линия, так сказать, рукава идет. Я лицевую провязанную меняю на изнаночную, как и в первый раз, перекрещенную. Провязываю ее изнаночной в этом ряду уже. Затем у нас идет 6 лицевых. Мы их провяжем 6 лицевых для перехлеста. Вы хотите, можете продолжать вязать лицевой гладью. То есть я буду просто делать перехлесты. Поэтому я и провязываю таким образом и немножечко меняю, так сказать, крайние петельки. И вот мы дошли до 8 петельки. Я снова ее делаю перекрещенной изнаночной. Вот так вот поддеваю немножечко. Вы просто можете вязать рукавчик лицевой, как хотите. То есть. И провязываю ее изнаночной. Теперь у нас регланная линия. Снова делаю накид. 2 лицевые накид. Довязываю лицевой перед, так сказать, вторую часть до нашей планочки. То есть до последних 7 петелек. И планку заканчиваю резинкой 1 на 1, все как всегда. Изнаночную сторону мы провяжем по рисунку, где у нас изнаночные провязываем изнаночные, где лицевые провяжем лицевые. Вот мы дошли до планки, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Не забывайте, что в рукавчике у нас, так сказать, между изнаночными двумя провязаны 6 лицевых. На изнаночной стороне так и провязываем. Вот эти 2 изнаночные вокруг 6 лицевых мы провяжем с изнаночной стороны эти 2 петельки лицевые. И в последующих рядах изнаночных они у нас будут вокруг именно этих 6 петелек 2 лицевые на одном рукаве и на другом. Довязали изнаночные, снова лицевой ряд. Кромочную снимаем и все продолжаем увеличивать. Планку провязываем резинкой без изменения. Вот так вот довязываем наши 6 петелечек резинки 1 на 1. Затем провязываем до, так сказать, нашей регланной линии лицевые, как вы уже поняли. Они у нас увеличиваются в каждом ряду на одну петелечку. Затем нашу регланную линию, как всегда, мы провязываем накид. 2 лицевые накид. Вот, как вы видите, у нас довязались лицевые. Регланная линия 2 петелечки наши. Накид, 2 лицевые накид. Теперь у нас идут лицевая, так сказать, с рукава. Затем идет изнаночная, 6 лицевых, изнаночная. И снова лицевая. Вот я вам предлагаю, я сначала хотела провязать еще этот ряд, так сказать, наши лицевые 6 петелек, но я вам предлагаю в этом ряду взять дополнительную спицу с чулочных, которые я вам говорила взять, и все-таки сделать перехлест. Перехлест мы сделаем так, смотрите, вот у вас между изнаночными 6 лицевых. Берем 3 первые лицевые, снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Затем провязываем следующие 3 лицевые. Аккуратненько, чтобы не раздваивалась ниточка, провязываем 3 лицевые. Затем у нас идет изнаночная. Мы до нее, так сказать, не добираемся, а делаем перехлест и спицу с дополнительной, так сказать, вот эти вот 3 петельки провязываем лицевой. То есть спицу, которую оставляли перед работой, провязываем с нее петельки лицевыми. Мы сделали перехлест влево. Теперь довязываем нашу изнаночную лицевую. И теперь у нас идет снова регланная линия. Вот они наши 2 петельки неизменные, уже их видно хорошо. Они у нас под одним наклоном, не меняются. Поэтому делаем накид, 2 лицевые и снова накид. Затем у нас идут петельки спинки, мы их провязываем снова лицевыми. Теперь у нас снова регланная линия, делаем накид, 2 лицевые, накид. Как вам легко понять, где у вас, так сказать, начинается регланная линия, у нас здесь есть коротенькие петельки, то есть перекрещенные наши, провязанные в изнаночном ряду лицевые перекрещенные, либо в изнаночном изнаночные перекрещенные. То есть по вот этим коротким петелькам вы видите, где у вас начало реглана. Провязали реглан, теперь у нас идет лицевая, изнаночная и второй рукавчик. Мы берем снова дополнительную спицу,
И первые три петельки снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. То есть на первом рукавчике мы оставляли перед работой 3 петельки, а теперь оставляем за работой. Провязываем следующие 3 лицевые, 1, 2, 3. Не довязываем изнаночную, а оставшиеся, так сказать, за работой спицы провязываем 3 лицевые. То есть сделали перекрещивание на правую сторону. Довязываем нашу изнаночную, лицевую короткую. Делаем теперь накид 2 лицевые, накид, то есть реглан провязываем. Теперь довязываем перед наши лицевые петельки и планочку из 6 петелек резинки 1 на 1. Изнаночную сторону мы провязываем все по рисунку, то есть где у нас перекрещенные 6 петелек провязаны, мы их просто провяжем с изнаночной стороны изнаночными петлями. Так как в лицевом ряду они у нас лицевые, то изнаночная сторона изнаночная. Итак, довязываем до конца и изнаночные провязываем по рисунку. После изнаночного ряда снова наш лицевой ряд. Коль мы петелечку делали еще в резиночке в начальной, то я вам как раз предлагаю сейчас сделать вторую петелечку. То есть кромочную снимаем, затем провязываем лицевая, изнаночная. Теперь берем, делаем накид и меняем лицевую с изнаночной местами. Сначала одеваем лицевую, наша изнаночная остается перед лицевой. Вот так вот. Поменяли местами и провязываем 2 петелечки вместе изнаночной. Вот так вот. И, как вы помните, накид у нас восполнил одну, так сказать, петелечку из тех двоих, которые мы провязали вместе. Итак, довязываем наши 6 петелек планочки. И снова провязываем сначала наши лицевые до реглана. Затем провязываем регланную линию накид, 2 лицевые накид. И затем переступаем к провязыванию рукавчика. Рукавчик мы пока будем вязать без изменения. То есть вот мы дошли до реглана, накид, 2 лицевые накид. Здесь у нас рукавчик без изменения, 2 лицевые провязываем, изнаночную провязываем. После перекрещивания мы провяжем ряд лицевой. Просто наши 6 петелек, так сказать, 3 перекрещенные, мы провяжем лицевыми. То есть, вот смотрите, так и оставили их провязанными. Теперь довязываем наши лицевые петельки. Вот здесь у меня не перекрещенная, смотрите, и получилась дырочка. То есть, я ее не перекрестила с изнаночной стороны, у меня дырка. Я ее перевяжу на перекрещенную. То есть вот для чего нам, еще раз рассказывая, для чего нам нужна, так сказать, нужен крючок. Вот я перекрестила ее, провязала лицевой. И смотрите, нет уже дырочки. То есть довязываем нашу лицевую вторую. Снова регланная линия, делаем накид, 2 лицевые, накид. И провязываем спинку, затем снова рукавчик точно так же провязываем. 6 лицевых посерединке между изнаночными. В общем, все пока без изменения. Не забывайте только регланные линии добавлять, так сказать, вот они у нас уже видны хорошо. 2 эти полосочки лицевых петелек, регланная линия. И, дойдя до нее, не забываем делать накид, провязывать 2 лицевые и снова делать накид. Здесь с одной стороны, затем с другой стороны рукава. И точно так же после спинки с одной стороны рукава регланная линия и с другой стороны рукава. И, конечно же, добавлять накиды. То есть не забываем. Мы связали с вами лицевой с прибавлениями, накидами и изнаночный. И дошли до места того, где нам нужно, так сказать, провязать петелечку, то есть до планочки. Планочку провязываем, как всегда, лицевая, изнаночная. Где 2 вместе, мы провяжем лицевой, затем накид изнаночной, лицевая, изнаночная и изнаночную провяжем, кромочную провяжем изнаночной. Вот, как вы видите, у нас получился довольно-таки хорошенький переход для пуговички. Получилась хорошенькая дырочка, вот она вторая. У меня как раз здесь темненький цвет, вот он.
попал на рисунок. Вот она, вторая дырочка. У меня где-то здесь 1, 2, где-то 3,5 сантиметра между петелечками. Я думаю, если вы вяжете по моему видео, то у вас где-то приблизительно точно так же. И мы продолжаем этот ряд еще провязывать, как и предыдущий лицевой. То есть провяжем планочку, затем у нас идут лицевая часть переда, первая, затем у нас идет регланная линия, где накид, 2 лицевые накид, затем у нас идут уже 3 лицевые, изнаночная и 6 лицевых, где у нас перехлест идет налево, а с другой стороны идет перехлест направо. Так мы и провяжем все по рисунку, то есть где у нас изнаночную провяжем изнаночной, где лицевой провяжем лицевой, то есть все по рисунку. Не забываем, единственное, что где регланные линии, добавлять накиды, то есть по обе стороны от 2 лицевых регланных петелечек. Снова повернули на лицевой ряд после лицевого изнаночного и продолжаем точно так же. Планочка наша, затем после планочки передняя часть 1 из 2, затем у нас регланная линия, затем рукавчик, снова регланная линия, спинка, регланная линия, рукавчик, регланная линия, вторая часть переда и планка. В общем, из вот таких вот подчастей, так скажем так, состоит наша вся кофточка. То есть, как вы поняли, благодаря реглану у нас идет постепенное увеличение, то есть расширение. Вот дошли до реглана, накид, 2 регланные лицевые, накид. И снова провязываем, так сказать, лицевые наши рукавчика до изнаночной. Если у вас это просто лицевые петельки, то так и продолжаете лицевые. Если у вас идет, как у меня, со жгутиком, то жгутик перехлесты делаем через 3 лицевых ряда. То есть это у нас получается третий лицевой ряд после перехлеста. Еще раз вам объясню, как это третий лицевой ряд. То есть смотрите, мы сделали с вами перехлест, затем провязали изнаночную, первый ряд лицевой изнаночную, второй ряд лицевой изнаночную. Сейчас мы делаем третий ряд лицевой, а в следующем лицевом ряду будем делать снова перехлест. То есть в каждом четвертом лицевом ряду делаем перехлест. Дошли вот до спинки, провязываем спинку изнаночную, точнее лицевыми петельками на изнаночной стороне изнаночными. И так делаем увеличение. Увеличение я буду делать, я еще раз вам повторюсь, у меня обхват груди 51 сантиметр. То есть я обхват груди умножу на в одном сантиметре количество петель, то есть у меня 2,3 петли в одном сантиметре, а 51 сантиметр обхват груди, вот умножаем эти две циферки, и у меня получилось 117,3. Я округлю, у меня получается 118 петелек. Где мы их отсчитаем? Смотрите, нам нужно приплюсовать планку, две части, так сказать, переда и часть спинки. Рукавчика, петельки, регланные линии, мы ничего этого не трогаем. То есть у нас должно быть 118, мы поделим пополам. То есть это получается 100 напополам 50 и 18 напополам это 9. То есть у нас должно получиться 59 сверху, так сказать, и 59 снизу. То есть вот по 59, так скажем, петелек у нас должно получиться на, так сказать, перед плюс одна часть планки и спинка 59 петелек. Но так как у нас по 59, так сказать, не делится, можете округлить до 116. То есть, если вас немножечко меньше устроит у меня лицевая гладь, в принципе, мне этого будет достаточно. То есть 116 напополам это 50, и 16 напополам по 58. То есть либо 58-58, либо 60 и 60. То есть, чтобы у нас было четное количество, так как мы брали в начале четное количество. То есть делаете либо до 58 прибавления, так сказать, еще раз повторюсь, одна часть переда, вторая часть. И одна часть планки. Должно быть 58, либо 60. И точно та же спинка 58, либо 60 в соответствии с передом.
То есть делаем прибавление и, еще раз повторюсь, перехлест жгута делаем в каждом четвертом лицевом ряду. То есть изнаночные провязываете по рисунку, а в каждом четвертом лицевом ряду делаете перехлест. Причем на первом рукаве вы делаете перехлест влево, то есть 3 оставляете петелечки перед работой, провязываете, потом провязываете вторую часть. А вторые, так сказать, петелечки на втором рукаве делаете перехлест вправо. То есть оставляете 3 первые за работой, провязываете вторые 3 петелечки, затем возвращаете и провязываете первые 3 петелечки. В общем, я думаю, что непонятно, конечно же, оставляйте в комментариях. А так, я, в принципе, думаю, что здесь ничего непонятного не должно быть. То есть вы смотрите на свои расчеты, либо на мои, если вы вяжете по моему, так сказать, примеру. И еще раз повторюсь, увеличиваете либо до, если у вас обхват груди, как у меня, то увеличиваете до 58 сверху и снизу, либо до 60. То есть вокруг вот этой циферки руководствуйтесь. Желательно прибавляйте до четного количества, то есть чтобы вам потом проще и удобно было, так сказать, провязывать все остальное. И, соответственно, ляжет красивая резинка 1 на 1, которой мы будем заканчивать наш, так сказать, регланчик снизу. Вот я провязала прибавление до 60 петелек, но это у меня получился, если посчитать, 60 петелек, это на обхват груди 51 сантиметр. Так как я вяжу мужскую кофточку, то есть на мальчика, я хочу, чтобы она не сильно впритык была, то есть такая как бы немножечко свободноватая. Поэтому я решила добавить пару сантиметров. Как я это делаю? Я продолжаю увеличение до 64 петель. То есть прибавление делаю еще 2 ряда. И всего у меня с изнаночными рядами получается провязано 4 дополнительных ряда. То есть вы довязали прибавление до 60 или до 58. Если вы вяжете мужскую кофточку, я вам предлагаю провязать еще дополнительных 2 ряда прибавлений, то есть 4 ряда вместе с, так сказать, с изнаночными. И в итоге, что мы имеем? У нас теперь получается на спицах мы добавили спереди, получается, на передней части и на одной и на второй части передней у нас 64 петельки вместе с планочкой с одной, то есть получается передние наши петельки плюс одна планочка из двух у нас получилось 64. Спинка у нас тоже 64. И на рукавчиках у меня прибавление получилось до 44 петелек. То есть, если мы 64 петельки, получившиеся на спинке и на грудке, поделим, так сказать, на количество петель в одном сантиметре, то у меня получается 28 сантиметров со спинки и 28 сантиметров с передней, так сказать, части. Первой и второй вместе плюс еще одна из, так сказать, из двух планок. То есть, я вам объясняла, они налаживаются друг на дружку, поэтому мы считаем только одну. На рукавчиках, соответственно, 44 петли. Я их поделила на 2,3 петли, которые у меня в сантиметре. У меня получилось 19,13 сантиметра. Ну, в принципе, я так округлила 19 сантиметров. Мне более чем достаточно для, так сказать, для рукавчика. Конечно же, я надеюсь, что вы не забыли делать, так сказать, дырочки. У меня их уже 4, то есть 4 петельки для пуговичек, вот. И, конечно же, повороты жгутов. То есть в каждом четвертом лицевом ряду я делала перехлесты. Сначала делала на левую сторону на первом рукавчике, на втором делала на правую сторону. Вот, как вы видите, у меня получились вот такие перехлесты. Теперь же мы сделаем следующим образом. Вот мы провязали, так сказать, набрали высоту, довязали до рукавчика, так сказать, до, ну, можно сказать, у нас пол кофточки уже провязано. Поэтому мы сейчас, набрав нужную нам окружность обхвата груди и, так сказать, рукавчиков, то есть если вам достаточно этого,
мы с вами сейчас будем бросать рукавчики. Как мы будем бросать? Нам нужно будет либо две булавочки большие. Ну, они продаются, в принципе, в любом магазине и стоят довольно-таки недорого, поэтому хотите, можете взять их. Либо заменить вот такие булавочки обычными кусочками нитками с иголочек, то есть с иголочкой. То есть, смотрите, вы вдеваете нитку в иголочку, и мы сейчас с вами будем нанизывать наши, так сказать, рукавчики. Как мы это будем делать? Смотрите, мы сначала провяжем нашу планку. Все как обычно пока. То есть мы провязываем резинку 1 на 1 из 6 петелечек плюс кромочная, то есть 7. Теперь мы провяжем полностью переднюю часть, так сказать, одну из двух частей. То есть просто лицевыми, как обычно, мы провязываем переднюю часть. Провязали переднюю одну из частей. У нас вот получается регланная линия. Мы дошли до нее. Как мы будем делать сейчас? Смотрите, у нас регланную линию мы поделим, так сказать, у нас регланная линия из двух петель. То есть мы поделим, одна петелька у нас из реглана уйдет в рукавчик, то есть в петли рукавчика, а вторая лицевая, так сказать, уйдет в спинку, либо вперед. То есть линию нашу регланную из двух петелек мы делим на две части. То есть одна уходит в одну сторону, другая идет в рукавчик. Точно так же и здесь. Одна идет в рукавчик, вторая идет в спинку. Здесь идет одна в спинку, вторая в рукавчик. И здесь одна в рукавчик, вторая в спинку. То есть смотрите, у нас в спинке было 64 петли. У нас две регланные линии уйдут в спинку. То есть это уже 66 петель. Точно так же и в рукавчик. У нас было 44 петельки. И 2 уйдут с регланной линии в рукавчик. То есть 46 петель. И спереда точно так же с одной стороны одна и с другой стороны одна. То же самое получится вместе с одной из планок 66 петель. То есть смотрите, вот она наша регланная линия из двух лицевых. Мы одну лицевую провязываем лицевой вместе с передом. То есть, как вы видите, мы накиды уже перестали делать. Теперь немножечко подтяните спицу, она нам сейчас будет не нужна. А мы берем булавочку, либо ниточку с иголочкой, как я вам уже сказала, и переодеваем, начиная со второй лицевой реглана, переодеваем все петельки нашего рукавчика на булавочку, либо, еще раз повторюсь, на ниточку нанизываем иголочкой. Вот эти полностью все петельки, то есть лицевые. У меня дальше идет изнаночная и жгут. Вот изнаночную и жгут я точно так же переодеваю на дополнительную, так скажем, булавочку или ниточку. Ниточку берите не очень длинную, она вам не нужна слишком длинная, просто чтобы нанизать вот эти петельки. И обязательно, если нанизываете на, так сказать, ниточку, обязательно ее завяжите, чтобы по ходу вязания у вас не спали петли. Вот мы дошли до нашей второй регланной линии, которая отделяет рукав и спинку. Снова одна у нас из лицевых уходит, так сказать, в рукавчик, вторая пойдет в спинку. Поэтому закончили нанизывать одной регланной лицевой рукавчик и отлаживаем эту, так сказать, булавочку, либо обрываем ниточку и завязываем. То есть вот они у нас получились. Петельки с рукавчика на дополнительные, ну, у меня на булавочке, у вас можете на, так сказать, на ниточке с иголочкой. И дальше продолжаем, начиная со второй лицевой линии реглана, продолжаем провязывать спинку лицевыми, то есть по рисунку. Если у вас не лицевые, по рисунку просто провязываем полностью всю спинку до следующей линии реглана. Дошли вот до третьей линии. И снова у нас две лицевые. Одну лицевую довязываем лицевой спинку нашу. И точно так же вытаскиваем немножечко спицу. Берем вторую булавочку или вторую ниточку с иголочкой, кусочек, так скажем, ниточки. И нанизываем, начиная со второй лицевой нашего реглана. Нанизываем сначала вот эти лицевые. Затем у нас идет изнаночная и жгутик.
мы их нанизываем, либо если у вас это какой-то другой узорчик, еще раз повторюсь, либо если у вас это просто лицевые, вы не, так сказать, не делали жгутики. Вот, нанизываем все петельки с рукавчика до следующей регланной линии. Нанизали рукавчик, снова подошли к четвертой, последней нашей регланной линии. Снова одна лицевая уходит в рукавчик и застегиваем нашу булавочку, либо завязываем, так сказать, узелочек на краешке ниточки, которые собирали. И довязываем, начиная со второй лицевой, так сказать, регланной линии нашей с лицевой петельки. Продолжаем провязывать по рисунку, то есть у меня это лицевая гладь. Продолжаем вязать до планочки, то есть мы провяжем сейчас все лицевые до планочки. И затем, как всегда, лицевая изнаночная, провяжем нашу планку. Вот, я довязала ряд до конца. То есть мы сейчас, получается, с вами провязали момент до рукавчика. То есть вместе с половиной рукавчика. Вот у нас отделился рукав 1, далее отделился рукавчик 2. И теперь мы будем просто провязывать без регланных линий, без накидов, просто прямым полотном, лицевой гладью посерединке между планками. То есть с лицевой стороны это планка и лицевые петли, с изнаночной стороны это изнаночные петли между двумя планками. Так вы продолжаете до нужной вам высоты. Мне высота кофточки нужна где-то 21 сантиметр. То есть я беру свой сантиметр и измеряем, сколько у нас получилось сейчас. То есть я убираю вот этот момент резинки начальной. Она у нас, так сказать, там немножечко даже под горлышком. Поэтому я убираю ее и отмеряю ниже, чем резинка. У меня получилось 15 сантиметров. Вот, 15 сантиметров уже я провязала. Всего мне нужно 21. И плюс где-то я сделаю небольшой запасик, поэтому я довязываю до 21 просто лицевой гладью. И затем довязываю еще пару сантиметров резинки 1 на 1, чтобы закончить наш реглан кофточки. То есть как мы с вами начинали горловину резинка 1 на 1, так мы и закончим нашу кофточку. То есть я решила, пусть у меня будет небольшой запасик этих сантиметров пару, чем я потом буду, так сказать, подтягивать кофточку, ну, в общем, скажем так, чтобы она не была с открытой спинкой у меня, кофточка эта, в общем. Теперь же продолжаем прямой лицевой вязкой до нужной длины. То есть я буду провязывать до 20 где-то с половиной, до 21 сантиметра, вы провязываете как нужно вам. Конечно же, не забывайте делать на вашей планочке, так сказать, петельки, дырочки для пуговичек на одинаковом расстоянии. И затем мы с вами продолжим уже во второй части. Поэтому до встречи во второй части!